товарищи, запустили мы пилотный проект. Макс у нас летчик-испытатель. Тестирует он колясочку Ультра 4WD Люкс. Будем сравнивать технические характеристики, возможности колясок, маневренность, все моменты, комфорт езды. Все будем сравнивать. Соперник у нас сегодня Otobock. Что там? C1000DS. C1000DS. Что прикольно в этой коляске сразу бросается в глаза, по крайней мере мне. Все четыре колеса у нас с амортизаторами. Все четыре. И особенность такая, что коляска переднеприводная. Задние у нас колеса рулевые. Будем смотреть. Макс будет оценивать маневренность. У него был такой момент. Он покатался на колясочке Ультра 4WD у нас недельку, да, Макс? Да, неделю катался. Неделю катался, тестировал всяким разным способом. Сейчас мы вдвоем прокатимся, сделаем резюме по каждому из этапов. Вперед! Поехали! Запихали мы две коляски в лифт. Заехали все своим ходом. Я с коляски не слазил. Вот, пришлось маленько колеса там. Ба-бах! Крабовый разворот. Зеркала нету, извиняюсь. Ну ничего, до характерного, по-русски едь. Так, проехали. Один есть. Теперь я. Вышли мы на уличные просторы. Теперь мы можем прям покружиться вокруг колясочек, посмотреть, как они выглядят со стороны. Вот такие вот красотки. Макс, не про тебя это. Так, стой. Ну давай, давай, сделай. Крабик. Зачем кружиться, когда я могу сам? Ну все. Отличная прям презентация. Так, Макс, расскажи, пожалуйста, свои наблюдения по маневренности, по проезду в квартире, по проезду в лифт. Мы сейчас с тобой заезжали на двух колясках. Ты расскажи свои впечатления, я расскажу свои. Ну, смотри, первые впечатления у этой коляски у меня очень положительные. Краб вообще решает. Очень маневренная коляска. Я заезжал и в автобус, и в лифт тоже, когда заезжаешь. Если тебе не хватает, ты можешь нажать краба и развернуться. Также в узких местах в магазине. Точно так же, ты подъезжаешь, лобка, если тебе на коляске, он другой, приходится как-то искорячиваться, просто нажал краба и все. Вообще отлично. Маневренность, комфорт, подвеска, сиденье вообще отлично. Я даже не ожидал от подвески такого. Не пробиваем, вообще едешь по кочкам, нет такого, что тебя как-то пробивает, как на моей коляске. Ты вот едешь по кочкам, и тебя пробивает, прям вот так трясет просто позвоночник, трусы сыпятся. Ясно. А по моим наблюдениям, по выезду из квартиры, лифт, пандус, мои впечатления о Otobock'е. Коляска прям резвая, прям под ней чувствуется мощь. Из минусов, наверное, это поворачиваемость. То есть для меня сильно медленно отрабатывает повороты колес. Вот. Здесь краб это нивелирует несколькими способами. Это, во-первых, сам режим краба. Второе, все-таки это все четыре поворачивают. Это решающий фактор. Поехали дальше смотреть. Ну что, посмотрим, знаете, такая у нас теплая погода, кашится. Ультра у нас без проблем проехала. Посмотрим, переднеприводный Otobock проскакал, поехал, хорош. Но ты так не можешь. Да, я так не могу.
Вот сейчас где-нибудь мы найдем ровное пространство, сравним скоростные характеристики колясочек. Блин, ну кресло люкс, конечно, как трон выглядит. Настало время бешеных тестов. Сейчас Макс у нас запулит вон туда, он по полянке покатается, снеговиков подавит. Вот, посмотрим, как у него это все выходит. Потом я сяду на табок и попробую повторить его маневры. Давай, Макс, полетели. Поехали. Скорость на максимум. Так. Пробуксовывает, едет. Красотка. По снежочку. Без всяких проблем. Снеговиков обруливает даже. Блин, какой гуманный тип. Угу. Крабик. А ну-ка, давай вот сюда в пухлячок заезжай и останавливайся. Все, стой. Давай, краба. Разворот. Ага. А ну-ка, в другую сторону краба. А теперь опять. Ага. Здесь снег мокрый. Снег сильно мокрый. Да. Ну давай выравнивай тогда. Попробуем на назад. На пушистом снеге хорошо. Слушай, а назад и как вот бы без можно. Проблем. Ну все-таки накатал тут этот люк канализационный. Ты смотри, сейчас шахтеры вылезут. Прикольный кругляшок получился. Давай нарисуем очки. Очки или восьмерку? Да, можно восьмерку. Короче, у нас что-то не очки получается. Все, это уже все уже плохо кончится точно. Так, сейчас я пересяду на табок. Макс поснимает, как я тут прокачусь. Все, газу до отказа. Так, ну давай. Не перевернусь, Макс. Нет. Поехал, поехал, поехал. Ну смотрите-ка, едет, 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 но дальше, я думаю, все. А, все. Смотри, назад выехал. Все, приехал. А, да, все. Что его требовалось доказать? Передний привод, конечно. Давай, давай, давай. Давай еще с раска. А, все, да. Тянет, тянет, тянет. А вытянуть? Не, вытянул. Все. Тянул где трепку. Эх, эх. Давай, 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 давай. Бля, да. А снеговиков-то нафига давишь? Не так давить надо было. Не поворачивает. Во. Вернулись. Ну что, ваши впечатления? Ой, наши впечатления таковы. Короче, коляска тяжелая. Вот, и как-то с Иваном Александровичем мы Мэйру там таким же макаром я там таскал. Короче, а табок тоже тяжелый капец. Ну это представь, 180 килограмм и ты? Ну я же ее без себя таскал.
Сначала-то с собой, а потом вытаскивал-то без себя. 180 килограмм. Ну, серьезно, это мотоцикл. Это мотоцикл. По весу. Капец, лужа. Ну-ка давай, Макс, вперед проезжай. Что-то она, мне кажется, глубокая. Главное, чтобы там люк открытый не был. Ну, поди выплывем. Так, главное не газовать, главное не газовать. Чтобы не намокнуть. Прикольная лужа такая. Да? Че, давай дракрейсинг, пока никого нету. Раз. Подожди. Раз, два, три. Я тебе фору дам. Ага. Ну, это вот к вопросу о динамике от обока. От обок прям очень шустрая коляска в этом плане. Вот. Я просто от Макса убежал. Вот он еще где догоняет. А я уже повернулся, развернулся. Давай, топи. Ладно, еще раз накажу. Еще один разок. Короче, пробуем мы спуститься вон туда под горочку. Будем спускаться. Потом надо подняться в эту горочку. Макс, ты едешь, нет? Езжай вперед. А я боюсь, вдруг ты врубишься в меня. Вот. Так. Ты, главное, вперед не кувыркнись. Может, скорость скинуть, слышишь? Ну, я не знаю, чтоб вперед не кувыркнуться, например. Вроде нормально. Ну, ладно, будем посмотреть. Спустимся сейчас. Так, датчики у нас тут. Вот. Плюс от обока. Прикольный плюс. Вот, кстати, сейчас можно было это увидеть. Колесо. Ультры отрывается при малейшем диагональном вывесе, так как они у нас жестко закреплены на раме. Вот. У отобока, так как все подпружиненные колеса, вот этого диагонального вывеса на минимальных уклонах и сгибах дороги его нет. Это очень классно, что коляска не теряет у нас сцепление с дорогой. Вот, ну, блин, 4WD это 4WD. Сейчас мы попробуем подняться сначала на 4WD в эту горочку. Горочка достаточно крутая. Ну, да, на видео не видно. Да, на видео не сильно видно, но горка прям крутая. Ну все, на все бабки. Макс поехал. Пошла. Нет, как будто вообще никаких проблем он не встречает в подъеме. Горка реально прям крутая. Прям реально. Это, наверное, даже не передать. Вон можно у человека спросить. Ой, шинка едет. Надо убрать. Макс, короче, поднялся без проблем. Теперь спускается. Будем надеяться, что тоже без проблем. Что-то он, по-моему, на газульку много давит. Лишь бы ничего не было. Прямо она такими перепадами крутоватыми. У него вообще проблем не возникло. Вот, так как Максим у нас не сильно может... С легкостью. Вообще, даже не буксануло. Не буксануло. Ну ладно, сейчас попробуем на отобоке. Но я думаю, ты где-то до середины доедешь. Я ставлю ставки. Ставим ставки.
господа. Да, где-то до середины, наверное. Да, даже до середины доехал. Вот тащит. Вот так вот. Как на приоре развернулся на заниженной. Давай еще Влез. Раз. По левой пошли. Давай. Ну и до того же места. Все, теперь мы, короче, в ловушке. Ну как мы? Я в ловушке. Так как Макс у нас без проблем там поднимается, спускается туда-сюда. Вот. Тогда поедем к Сане. Саня, выручай. Надо трос. Будем пытаться затянуть 4ВД-шкой от обок наверх. Так тут горка-то какая, смотри. Ну, прет она ее, прет прям. Я-то шлифую. О, это буксует, ага. Я-то шлифую. Так, все. Приехали это. Давай чуть-чуть назад, не зарывайся. Чуть-чуть назад. И левее бери. Все, давай опять вперед. Стоп. Сама заехала бы. Так, тебя теперь тащит. Давай. Ходом. Короче, горка прям нормальная. Машины не могут заехать. Машина, да, он буксует, заехать не может. Да, у нас 4ВД-шка затащила практически на полгорки. До вот этой машины, где она буксовала, затащила коляску от обок. Так, резюме пусть подведет хозяин вот этого прекрасного транспортного средства. Максон, давай вещай. Что я могу сказать? Я очень расстроен. Коляска не заехала даже на горочку. Да даже... Такая маленький наклон, она начинает шлифовать. 4ВД, конечно, в этом плане намного лучше. Прям отличная коляска. Слушай, ну прикольно получилось, когда ты привязываешь, но она протащила-то много. Да, она прям много протащила, с учетом того, что я уже слез, я сам маленько подталкивал коляску. Вот, где-то, даже в каких-то моментах, вот, она ее тащила волоком, потому что я не успевал бежать за коляской. Вот, когда они там набирают скорость, ну и реально не успевал, там бывает рука соскальзывает с пульта и просто колеса стопорятся. Вот, ну и ультра ее просто волоком тащит. Ты еще заметь, резина не слишком такая шипованная. Да, резина обычная, гражданская, без всякого там шипчика, без всякого оффроуда, она не сильно зубастая. Вот, ну впечатляет, честно впечатляет, даже Саня офигел. Да, и это если даже еще сравнить, что Катервир вешает всего 110 килограмм, а это 180, и она ее тащит. Ну, мощь, сила, 4 мотора по 250 киловатт в сумме. Класс. Бомба. Никаких проблем вообще с заездом на пандус. Дома в розетку, хоп, и все, и готово. Так она в комнате стоит. Да? Вот. Макс тут людей шокирует. Блин.
это что-то, это нечто. Вот. Я ни на одной своей коляске вот так просто туда не заезжал. Меня либо кто-нибудь толкал, либо я просто здесь стоял на улице. На это я сюда зимой ни разу не заезжал. Блин, все. Коттервиль Ультра Ван Лав. Закончились наши покатушки. Вот. Отобок в стойле, он пеленочки постелили. Писит. Вот. Ну и вторая писит. Вот. Макс, ты не писей. Давай посмотрим по аккумулятору. Мы с тобой покатались. Ну, пару часиков-то точно, да? Да. С учетом там ветерок, не ветерок. Был полный заряд. 30 километров, да, было? Да, максимально. 30 было. Осталось 23. Вот. На отобоке был тоже полный заряд. Так. Как включить-то его? Зажать? Тумблер выключен. Наташ, включи, пожалуйста. Где тумблер включить? Сбоку вон там, он этот предохранитель. Сбоку вон там. Сейчас. Лучше я не буду ничего включать. Так. Так, отобок у нас, блин, не показывает. У него эти дольки. Ну, тоже он там, наверное, треть съел заряда аккумулятора. С учетом того, что здесь... стоит 2,97 аккумулятора, 97 ампер часов, обычные гелевые, но они 12 вольтовые, два по 12 вольт, ну то есть 24, то есть здесь стоит 1,42 аккумулятор, ну и все-таки, наверное, нагрузочки меньше у нас. Поэтому заряда съело меньше. Расскажи, как провел неделю с Коттервилл Ультра 4WD? Слушай, ну неделю я провел классно. Я ее тестировал и в хвост, и в гриву. Кстати, видео скоро выйдет, уже монтируется. Вот. Ну, я ее тестировал и на крутых пандусах, и в снегу в глубоком. И по каше я ее тестировал, и... В автобусы я на ней заезжал, на одном месте разворачивался. То есть мои впечатления о этой коляске очень положительные. Она меня ни разу не подвела, не выдала ни одной ошибки, нигде не встала. То есть все удобно, комфортно. И еще раз говорю, отмечу, подвеску самого сиденья очень комфортно. По сравнению с обычным 4WD, которая была, здесь едешь и кайфуешь. Да мне кажется, даже она помягче, чем моя будет коляска. При заездах, подъезд, на какие-то бордюры, ты просто мягко чувствуешь. Вот. Я очень доволен коляской. Я прям не хочу ее отдавать. Я вот и в ней сейчас цеплюсь. Ну, блин, классно. Если честно, меня бы спросили, вот поменялся бы я, да, свою коляску на Коттервилль? Да, однозначно. Это прям классная коляска, которая для зимы. Вообще универсальный вариант. Вот, вообще,